Так, по идее, поправила. Даже если не поправилась, хрен с ним, что-то я устал, все, давайте играть, короче. Страдать, испытывать боль, унижение, потому что это платформер не для слабаков. Так, я что-то задваиваюсь. Что за хрень, господи? Так, я, конечно, молодец. У меня одновременно стрим включен в ВКонтакте и в Твиче был. Я такой думаю, а чё это я фаню вообще дважды себе в ухо говорю? Так, тут уже набежали комменты про чё. Что всё плохо, инди говно. Графон 10 из 10, да, всё так и есть. Игра 10 из 10, в смысле. И графон 10 из 10. Так, в принципе... Я не слышу, чтобы игра прям сильно фанила. Не фанила, а трещала. Ну, разве что капельку. Но ее, я надеюсь, можно пережить. Так, а я вроде это обновил чатик, чтобы он стал меньше-то, ну-ка. Что ж, все играть-то никак не могу начать. Играем мы во что-то не то, и стримы наши не для всех. Стрим по настройке стримов, да, это вообще тема. Так, сейчас, к фотографу, который там сзади, я уже гонял, я с ним поболтал. Я там даже сверху нашел какое-то синее сердце, но я так и не понял, как, блин, его забрать. Так, почему я вроде обновил?
стримтера, обновил настройки чата, а размеры почему-то на стриме все еще безумно жуткие. Ссылка-то у него с обновлением вроде не меняется. Но хз. Go играть, да, я согласен. Я хз, что со звуком, пофиксить-то звук. Наверное, можно было бы, если бы я знал, что с ним, в чем проблема. Потому что, ну... А, стоп, секунду, мне кажется, я знаю, в чем проблема. Секунду. Я, кажется, натыкался на описание. Или нет? Черт подери, все против меня сегодня, как и в любой другой раз. Или нет? А, прям ссылки поменять скилл, это, блин, это логично. Мне кажется, я сделал, но это не точно. А, нет, нормально. Хрен с ним, играй уже, наконец-то, 20 минут спустя, можно и начать действительно играть. Так, есть здесь люди, которые уже играли в эту игру? Как достать это грёбаное сердце и нужно ли оно вообще хоть зачем-нибудь? Стены здесь нигде не пробиваются? Не пробиваются. Здесь есть вроде как бы подсказка, что типа стены во сне разрушаются, что бы это ни значило. Возможно, нужно сначала какую-то способность открыть.
Поэтому я забью и просто поеду дальше по сюжету. А он здесь внезапно есть. Причем даже с интригой все дела. Такое ощущение, что у героини в принципе крыша едет. Да, локализация здесь со шрифтами для русской локализации не сильно заморачивались. Серег, ну ты понял, что это наша возможность, да? Сделать перевод для Готи. Так, ну вообще вся игра повествует о том, что нам нужно подняться на гору, которая называется Селеста, и по пути понять, что же происходит с героиней, потому что такое ощущение, что у нее едет крыша немного. Вот. О чем игра? На самом деле, чисто по механике, точнее по ощущениям от игры, это прям Супер Мидбой. Вот такой же очень потный платформер, где очень важна точность движений. Очень пиксельно, да, ради этого я покупал Xbox One X, конечно же. И играть в такую игру там на 40 плюс дюймах телеке забавно, конечно. Интересный эксперимент. Ой. Да, прям God of War какой-то, действительно. А в чатике у нас, кстати, на твичах всегда мертво, там даже если 150 человек, то все равно в чатике мертво. То ли иностранцы смотрят нас в основном, то ли так увлекаются игрой, то ли боты сплошные. Не. Я так понял, кстати, эти клубнички, ну, тут прям в подсказках говорится, что они нахрен не нужны, но ты их собираешь просто ради челленджа, типа, ну, потому что я могу. Еще, кстати, не всегда понятно, что какая здесь локация обязательная, а какая нет. Да, на Xbox One X 60 FPS. Ладно, шучу, наверное. На обычном тоже все-таки 60. Чёрт.
Да, вот с точки зрения геймдизайна, это, конечно, вообще абсолютная вышечка. Так, ну как за... А, мне кажется, я догадываюсь, как. А, нет, через верх не получится. Это сделал, ну ладно. Но у меня такое ощущение, что вот это движение Dash, он в воздухе, его можно сделать только один раз в воздухе, он перезаряжается только когда ты приземляешься, ну или специальную хрень подбираешь. Вот. Но такое ощущение, что он перезаряжается еще при переходе с экрана. Точно, при переходе с экрана. А, то есть можно тогда вот как сделать. Лайфхак. Я не знаю, баг это или фич, конечно, но забавно. Так. Ох уж этот спамик в чатике, люблю. Меня одного напрягает, что он летает. Ой, так себе отельчик. Пил, но зато клубничку взял.
Не, ну с точки зрения геймдизайна, я как бы понимаю, почему ей многие дают готи. Блин, все-таки здесь нет пуска вниз. Чё-то я не то все делаю. Уровни прям, точнее, даже больше левел дизайн, просто уровни идеально точно, но это фактически как бы как супер мидбой. Не прыгнул. Так, теперь этот ключик еще надо дотащить. Успех. Так, что-то мне не нравится вот на стене вот эта вот хрень. Хотя вроде норм. А, понял. Типа один раз касаешься, и на ней какая-то хрень вырастает. А, нет. Да, отель, мягко говоря, выглядит довольно неухоженным. Так, самое подлое, это, конечно, вот эти вот клубнички, которые с крыльями, хрен поймешь, когда до них добраться. Вот почему она взлетела? Ай! Хз, короче, как...
Так. Добраться до этой клубняхи-то. Блин. В принципе, есть мысли. Так. Блин, чуть-чуть нет. А, 10 из 10, да. Я хорош. Я хорош. Так. Ну а чё, я же вроде это опустился на пол. Чё, клубничка не засчитывается? Так, ну и ладно. Блин, так. Вот черт, я даже не знаю, как тут это будет сложно. Так, не, конечно, догадываюсь, в чем идея дизайнера вот этого конкретного уровня. Точнее, как добраться до этой клубнички, но, блин. Зря было. Так.
подлетел немного. Кажется, идея в другом. Ладно. Линию. Не очень понял комментарий про федеральный закон. Фух. Так, теперь бы еще выбраться. Выбрался. Ой. Игра для тех, кто любит Супер Мид Боя, там, например. Так-то это просто, как кажется. Хотя, вероятно, это даже и кажется непросто. Клубничку, кстати, доставать прям абсолютно не обязательно. И тут даже в подсказках к игре, которые там на загрузочных экранах, говорится, что там типа забейте. То есть она там вообще ни для чего не служит, кроме того, чтобы похвастаться друзьям, типа, о, посмотрите, какая классная, я смог ее достать. Ай. Чуть-чуть не допрыгнул. Так, куда этот ключик надо? А, все, понял. Ой, вот это сейчас жестко будет. Yeah.
Не отставать. Это ты летать почему-то можешь, а героиню это ни хрена не напрягает. Я-то не могу. Но это не то, чтобы Super Meat Boy для девочек. Я даже не знаю, как из этих игр сложнее. В принципе, они, наверное, одинаковые. В плане сложности. Но здесь больше сюжета, вроде бы. Как добраться до этого ключа? Брейд, да, чем-то тоже немного напоминает. Но Брейд скорее визуально напоминает. Так, ну понятно, короче, отель давно закрылся. Этот парнишка на самом деле какой-нибудь призрак. Оп, секретик. Что это сейчас было? Какой-то очень сильно секретик. Игра в игре. Причем та же самая игра в той же самой игре. Super Meat Boy Forever, да, конечно, было бы круто. Ой. Чуть-чуть не допрыгиваю. Так, а вот сейчас что-то вообще прям сложно. А. Чёртовы прицелы. Пиксель в пиксель надо попасть. А, клубничка с крыльями улетает, когда рывок делаешь. Понятно.
Да. Я не знаю, зачем я вот в эту мини-игру играю, но я не могу. Это вопрос принципа, видимо. Так. Ну, значит, Super Meat Boy Forever подождет или, возможно, выйдет на консолях раньше. Ух ты ж, ничего себе, секрет нашелся. Так, ну а тут-то что делать? Странно, конечно. Так, вот это сейчас прям очень хардкорно. Ой-ой-ой. Сейчас прям мудрость глаголишь, играйте в игры, а не в Steam. Ой, я почти допрыгнул. Потно. Ну, плата за то, что игра стала делать гораздо легче, чем когда-то. Ой, господи, вот сейчас жестко. Nah.
The blood. Что за... Вроде бы все понятно, а вроде бы что-то не идет. Конечно, точность тут нужна прям фантастическая. Ох, господи, я сделаю. Да эта хрень тоже одноразовая, что вы издеваетесь. Так, когда это закончится? Ну, теперь в Стиме есть удобный список как минимум ожидаемых игр. То есть шлак, оно поможет отсеять, но оно не поможет найти там какие-нибудь скрытые бриллианты во всем этом. Во всем этом. Почти.
когда же это уже закончится, это господи. Ну а дальше-то что? А, блин, не туда прыгнула. Нет, я ж могу. Обидно. Да, чуть-чуть не допрыгнул. Чертовски увлекательная игра, да, я знаю. Но это дело принципа. Да чтоб тебе. Еее. Так, вот сейчас будет... Челлендж. Да.
Нет, там у меня же получалось прилететь, значит, это возможно. Так. Блэд. Ну, я пока еще не дошел до той стадии, когда пад хочется прям сломать нахрен. Да для этого нужно выпустить новый Battle Toads. Здесь прям пиксель в пиксель нужно попасть, чтобы вот в эту дырочку пролететь. Ну и заодно проверяем Xbox-овский пад на прочность. Еще можно вот как. Пыш. Пам-пам-пам-пам. Аллилуйя. Так, эта штука когда-нибудь закончится или как? Вот сейчас было прям обидно. Так, ладно, все, я устал от этой штуки. Давайте вернемся к основной игре, действительно. Если это возможно. А, сброс, выход из пика 8, господи. Вот не лень же было чувакам делать еще одну Селесту, фактически две игры в одной. Зато после этой 8-битной версии Селеста выглядит прям графонисто, между прочим. Прям вот ништяк. Да и не то чтобы плохих... процент плохих становится больше. Ну, блин, просто становится больше новичков. Новичкам на чем-то надо набивать руку. Ну, как бы, что вы хотели, чтобы все и каждый вдруг там были Кодзимами или Дракманами, или там Гейбами в свое лучшее время. Сложно найти, сложно что-то стоящее, да, но, блин. Что поделать? Что поделать? Ну и кто-то банально хочет, конечно, нажиться на этих карточках или там тысячи ачивок, что тоже сложно там отмодерировать. Каждую игру модерировать не получится. Я не знаю, сколько там обезьянок нужно нанять Valve, чтобы у них там все получилось с модерацией игр. Ну, я хз, короче. Thank you.
Так, короче, нужно что-то сделать, чтобы получить этот ключик. Так, ну давайте займемся уборкой. Ой. Не допрыгнул. Нет, не прокатило. Ой, а, так, штяк. Так, и ну и как же тебя достать-то, а? Кажется, непросто. А? Блин, почти. Так, штяк. Не, ну не то, чтобы здесь прям... Ну, здесь обычная такая мультяшная озвучка, она, то есть, во многих играх такой приемчик-то применяется. Уж ладно. Да, блин, чё за... Никак не соображу, как туда попасть.
конечно, вот так вот можно было бы. Сколько спам-то нахлынуло-то. Так. Черт, сейчас прям обидно было. Так, я почти понял, как это надо делать. Блэ. Фух! 10 из 10. Просто за... чувство преодоления. 10 из 10. Это прям почти как Dark Souls. Как бы отвратительно не было сравнивать каждую новую игру с Dark Souls. Но, короче, весь кайф от преодоления трудностей. Такой, ее, я смог, я красавчик. Так, ну, а так, призрак-то куда делся-то? Опять этот фотограф. Привет.
Кстати, заикания-то пропали? Вроде в звуке пропали заикания. Так, ну ты вообще-то тоже хотела выбраться, чё? Почему за ним-то нельзя пойти? Секретики. А, нет, ни хрена не секретики. Может, потом сюда можно будет прийти, когда уборку наведем, так сказать. Так, ну вот. Ну как прикажете попасть к этой штуке? Уже везде эта красная хрень. Ну и хрен с ним. Господи. А там клубничка, я тебя вижу. Я вытащил. Ачивочки. Так, ну где призрак-то, а? Куда ты делся?
Но что здесь есть секрет? Жестковато. Ну,
дери.
Надо остановился же, а? Чёртовы ягоды. Вроде и нахрен не нужны, но... Это же челлендж, подери. Блин. Миллиметр просто перелетаю. О, другое дело. Твою мать. Вот сейчас жестко. Фух. Фух. Парнем явно что-то не так. Ладно, хрен с этой штукой.
оружие есть. Честно, я не представляю, как это делать. Господи, у меня получилось. Блин. Что ж, обратно как-то. Хрен с ним, ладно.
Боже мой. Кассета какая-то. Ну, это какая-то совсем хардкорная жесть. А в принципе, вроде не так уж и сложно. Ну, почти. А, сторона Б, я знаю, это открывает усложненные версии уровней, хотя, казалось бы, куда сложнее, но тем не менее. Так, ну а дальше что? А. Так, опять нужно злого двойника убегать. Это понятно, типа местные. Уровень босс. Как в Мидбой надо тоже было помнить, убегать от соли. Только тут нужно убегать от своего злого двойника. Thank you.
Между прочим, довольно-таки интересная мысль. Ну, в плане того, что в сюжет заложено все-таки хоть что-то заложено, если вникать в происходящее. Ой-ой. Ой. Блин, как интересно. Кто допрыг? Как допрыгнуть до этой грёбаной клубнички? Ой, на него можно прыгнуть, и он типа умрет. О, прикольно. А, так вот так до нее и нужно допрыгивать. Это, блин, сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
сложно предугадать момент.
кажется ли у нас там к финалу все, блин, больше, чаще становится прыгучим-то, а? Да я вверх хотел уже прыгнуть, что ты, блин. Скользнул. Ну, сейчас обидно было прям.
О, господи, слава тебе, Бог, господи. Успех. Так, ну вот что-то такое представляет из себя Селеста. Ультра-хардкорный. Ну, не ультра, но довольно жесткий платформер, где прям все завязано на таймингах, нужно прям попиксельно иногда вымерять. Вот. Такие дела. Если вы любите там какой-нибудь Ви-Ви-Ви-Ви или там Супер Медбой или что-нибудь в этом духе, то прям игра для вас. Но если вы еще, конечно, можете пережить такой пиксель-арт, прям где очень сильно пиксель. В общем-то, спасибо всем, кто смотрел. Постараемся в ближайшее время еще что-нибудь постримить, что-нибудь не самое обычное, не то, что у всех на слуху. Вот. Всем пока.